Опять простуда. Заложенность. Течение из носа. Отек слизистой. Так, привет всем, друзья, если кто зашел. Сегодня я продолжаю забег без смертей. Сегодня повестка дня у нас Call of Duty, Black Ops 3. Вот, первый забег по Call of Duty. И, собственно, через пару минут я начинаю. Приветствую, посоветуй, стример, пожалуйста, как избавиться от депрессии. Просто у меня депрессия. Ну, для начала определи, нужны ли тебе, скажем так, нелегальные средства или легальные. Вот, если нелегальные, то как вариант, ты можешь посмотреть стримеров, которые, на которых я подписан. Вот, собственно, они меня спасают от депрессии в любое время. Да, и привет, кстати, если ты со мной не поздоровался. Так, пару минут, я запускаю Call of Duty 3. Black Ops 3, собственно. Не настроился я заранее, ну да ладно, сейчас все сделаем. А, крутой, ну ты этого не знаешь, ты меня первый раз видишь, мне кажется. Но спасибо за лестные слова. Вот, удачи. Не скучай, не депрессуй. Депрессия — это такое себе дело. Да, оно тоже бывает, случается. Просто из-за чего. Из-за того, что мы племена общались. Меня зовут Эльдар. Вот. И мне приятно познакомиться. Но у меня на имена плохая память, так что если что там, особо не обижайся. Да, и добро пожаловать, собственно. Вышли. Буду я записывать ролики по Call of Duty 4. Ты имеешь в виду ремастер-версию Modern Warfare 1? Скорее всего, нет, потому что, собственно, я прохожу Call of Duty в рамках забегов без смертей. И, собственно, в основном к сериям игр я как-то так не питаю никаких особо сильных таких чувств. Так, буквально пару настроечек. Я думаю, можно музыку отрубать. Call of Duty также неплохой музончик. Так.
Она меня захватится, конечно же. Так, захват отдельного окна. Black Ops. Бум. Так, буквально пара настроечек. Пук. Тыч музыка. Ну, я думаю, оставим все более-менее так. Без изменений немножко отвиньте этот микрофон, пожалуйста, звук слишком громкий. Да, без проблем. Без проблем. Некому, к сожалению, мне кричать в ухо. Вот, я, в принципе, просто у меня привычка в основном говорить тихо. И поэтому микрофон... Вид у меня у рта. Так, настройки, в принципе, все это мы сделали. Я, собственно, начинаю. Просто у нас будет новобранец. Ну, начинаем все сначала, с первой миссии. Пять игру. Поехали. Я, в принципе, игру не проходил сам. Вне стримов и... На стримах, вот поэтому, не знаю, более-менее. Очень надеюсь, буду смотреть, как ты играешь, удачи. Спасибо тебе большое. Вот. Собственно, у меня есть в инфо под каналом мой, собственно, проект забега без смертей. Ну, грубо говоря, проект, на самом деле, сложно назвать таким. Вот, собственно, что я делал. Я прохожу игры без смертей. Если я лажаю, я прохожу по новой. Ну и вот, соответственно, все это у меня есть, все расписано. Так, вроде просадок производить мы не замечаем. Все отлично. Не помню, чтобы это было в самом начале. Сразу начну. Нет, стоп. Так, это не начало, если не ошибаюсь, потому что я уже проверял производительность вне стримов. На случай, если будут какие-то проблемы. Полагаю, мне нужно удалить бойца или что-то такое. Смотрим, разберемся. Выбор задания или сложность. Так, я полагаю, мне как-то этого парня надо удалить или что-то. Угу. Все, нашли. Сначала коптеры делись. Беру по стандарту, в принципе, мне все как. Готово. Можно начинать. На чем я играю? Естественно, на ПК. Вот, собственно, суть в том, что я прохожу всю библиотеку своих Steam игр. За исключением. Да, всю библиотеку своих Steam игр, в которых есть конец. Без смертей. И, собственно, для того, чтобы они у меня порожняком не лежали, потому что у меня много игр, в которые я даже никогда не играл. Вот как, собственно, как Black Ops 3. Вот. Конечно, игры, конечно, читать не будем. Но их довольно много. Вот, так что все это ПК, все это Steam. Немножко Battlefield'ов. И... Ну и все, собственно. Ubisoft. Я думаю, касцены и видеоролик скипать мы не будем. Довольно интересное дело. Потому что я сам не знаю ничего. Меня зовут Джейкоб Хендрикс. Ваш новый командир. Это премьер-министр Египта Саид. Два дня назад немцы взяли его в заложники. После восстания в Каире... Они захотят его казнить. Показательно. Мы этого не допустим. На будущее. Если что не так, вас никогда не будет. Еще раз отвечаю на твои вопросы. Да, не за что, без проблем. У меня, в принципе, аудитория очень маленькая. Буквально это полтора человека. Вот поэтому.
мне, в принципе, пока что не оставляет никакой проблемы. Вот, кстати, как по звуку, я вот, честно говоря, мало чего услышал. Я верну все наверх. Меня и, в принципе, более-менее нормально слышно будет. Башня, убрать все движение с полосы 1-9. Вас понял, перебрасываю на полосу 1-1. На всякий случай сейчас субтитр включу. Мало ли что, мало. Нет. Музыка создать лись. Они, конечно, здесь есть, я надеюсь, они. Что ты шутишь? Я полагаю, здесь сабов нет, поэтому без них как. Были бы я. Задолблюсь. Это, кстати, интересно, в такой большой игре сабов нет. Возгорание топлива на полосе 1-9. Посадка на полосу 1-1. Подтвердите. Почему заперто? Подтверждаю. Иду на полосу 1-1. Вот, так. Окей, хакерский модуль готов. Калибрую систему цель указания Нева. Вот и гости. Нева, ручной ввод. Выберите цель. Вот подтвержден. Параметры цели приняты. Это 4019. Вы прострелитесь. В чем дело? У нас все в порядке. Может, у нас все в порядке, а у вас нет. Огонь, живо! Стреляю. Нева атакует цель. Огонь. Откройте дверь! Ой, черт! Ложись! Покончим с этим! Покончим с этим. Да, действительно, покончим с этим, я выхожу из игры. Тейлор, диверсия началась, птичка подбита. Так точно, турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Сделаем. До скорой встречи. Аминь. Так, я попытаюсь фастом все это проскипать. Из-за того, что я хочу сэкономить свое время. Ну, если ни с кем не придется говорить. Так что держи пасть на замке. Ну, конечно, касцены всякие и прочие видео ставки мы пропускать не будем. В основном сюжет, в принципе, на них и держится. Хендрикс, здорово. Не теряем голову. До тех пор, пока мы не начнем захват. Я за тобой. Здесь, конечно, довольно правдоподобный момент того, что во всей суматохе не замечают людей, каких-то не своих. Если не ошибаюсь, это какие-то арабы, видимо, или турки, или египтяне. И, собственно, мы американцы. Часто бывает такое в играх, когда человек внезапно в суматохе замечает твое лицо и понимает, что это враг, типа, и орёт, о, это враг, убить его. И как будто весь мир тебя слышит, точнее того чувака, который заорал на тебя, и все начинают тебя стрелять. Приближаемся к охраняемым помещениям. Прием. Слышу тебя, Хендрикс. Может, мне геймпад взять? Тоже ходить как медленно, как он. Да, поражали эти вот темы, когда человек идет пешочком, и ты такой тоже пытаешься идти красиво, медленно, все крутить курсором, как это было в трейлерах. Когда бывает, когда увидишь какие-нибудь трейлеры, тебе так медленно двигаются, смотрят, надо узнать, где министр. Имитируют лет. Даже это даже не похоже на имитас на самом деле. Тейлор, на какой-то повороты, скажем так, человека с немного с ограниченными возможностями.
еще заложники. Я-то думал, тут только министр. Я тоже. Бедные сукины дети. Нильцы известны своей жестокостью. Тейлор, ты знал про других? Нильцы, это все-таки египтяне. Нас интересует только министр. Принято. Глянь ту передачу. Мы что, оставим их здесь, чтобы их пытали? У нас свои задачи. Ничего. Ничего, действительно. Ничего не происходит. А вот он, министр. Его перемещают. Угу. Нам нужно узнать, куда его переводят. Нажмите пробел для того, чтобы прожить свою жизнь. Мне кажется, я пол игры, мне придется пробел нажимать. Движемся в укрытие. Время? Две минуты. Две минуты. Две минуты. Две минуты. Твою мать, ну ты и зануда. Ты прям глаз опыта и мудрости. Поверь, так и есть. Ну так ты ж Хендрикс, а я кто? Ну, надо мной названия нет. И... Блин, я помню на самом деле, какие потные эти перестрелки в этих Call of Duty. Всегда, просто всегда. Поэтому не стоит так в неукрытие стоять. Игра не такая, скажем, прям короткая. Неохота ее проходить по новой. Будем играть более-менее с Ивова. Красавчик, молодец. Что, пойдешь ты теперь, нет? Идем. О, жду тебя. Камеры прямо по курсу. За мной. Не бросайте меня здесь. А ты кто? Ты где? Спасибо тебе большое за ответ, мой вопрос. Да, спасибо тебе, тебе удачи. Приходи еще. Буду рад тебя видеть в будущем. Так что не унывай, что будет. Все будет ничтяк, чтобы не случилось. Ну, почти все. Дознаватель стоит спиной к двери. Министр Сет. Охранника внутри. Вот Дид Хисей. По моему сигналу. Три, два, вперед! Ой, а он, походу, все сделал. Ну, ладненько. Делай, как я говорю, и все получится. Но как же лейтенант Халиль и остальные? Извини, нет времени. Халиль был героем каирского восстания. Он станет очень ценным инструментом для их пропаганды. Из него сделают отличный символ. Черт! Ладно, пошли! Вот этот. К двери, я прикрою. Бум. Я вижу пончики. Пончики. Стоп, это не пончики. Министр Халиль. Еще на вопрос, как на тебя подписаться, Халиль. Я просто готов драться, Халиль. Поставил в комментариях. Мы заберем оружие из того, если ты с телефона, нужно нажать на экран стрима, на, собственно, экран видеопотока, и там есть кнопочка сердечко. Валим! Тейлор, цель плюс один, освобождены! Плюс один? Было приказано освободить только министра. Это министр плюс один. Слышал протокол? Не тормози. Подписался. Разберемся рад, что подписался. Вот, добро пожаловать. Буду рад тебя видеть снова.
Так что приходи еще. Удачи. Удачи. Бум-бум. Такое ощущение, будто она от башки отрикошетнула. А вот и подписочка. Спасибо, Эмиль. Да. Удачи еще раз. Так, где подкрепление? Там где здесь должно быть, нет? Летел, нет? Когда мне выходят стримы, очень редко. Я думаю, не чаще раз в неделю, но постараюсь почаще. Да, я слышу тебя. Ты мог бы здесь крикнуть. Чем рацию тратить? Мне кажется, у рации есть свои аккумуляторы или что-то такое. Или авось там перехватывает что-то. Передачи-то могут перехватывать, братан. Чего? Бросайте оружие! Сдавайтесь! Быстро! Согласимся, и нам крышка. Поверь, откажемся, и нам крышка. Бросайте. Наш вперед. Ну, как минимум, саундтрек раздали. Довольно неплохой в этой игре. В отличие от предыдущих частей, я помню. Я не помню просто предыдущих частей саундтрека вообще. Не такие были они, конечно, эпичные. Рад тебя видеть, Джейкоб. И я тебя... О, как меня колбасит. Смотрю, ты изменился. Ты еще с Рэйчел? Ничего нет. Не вышло? Если не вышло, чувак. Жалко. Наполовину робот. Слушай, кровь. Позаботишься о нем так же, как обо мне? Это не смешно. Сбиваем к эвакуации. Толерантность. Заряд готов. Готово, эвакуация через... Давайте тебя бросать, смотрите, смотрит человек. Ты будешь за няньку. Зажжем. Держитесь рядом. Ну, это зависит от тебя, в принципе, как по желанию, на самом деле. Я не обломаюсь, если не будешь смотреть, у меня всегда это будет запись на ютубе. Вот. Эти записи все хранят, на всякий случай, я их обязательно заливаю на ютуб. Но будущим людям не казалось, что я какой-то балабол и не прохожу игры без смертей. Это нормально, в принципе, потому что я сейчас на стримы довольно часто забиваю. Соответственно, аудитория у меня очень маленькая, крайне маленькая, так что это нормально, в принципе. Не парься. У нас еще все впереди. Все впереди. Блин, так все смешивается. Палитра оранжевая всего просто, всего и вся. Я ж тебе в голову нашпигал, ты че влезаешь? Дядя. Блин, я хочу тоже этим мухом управлять. Конструкция поддержки ракет. Видите, такой вопрос, какое у тебя разрешение? Разрешение у меня Full HD стоит, а на стриме 720p. А, это не глава. Я в какой-то декорат стреляю. Ну,
Ну, спасибо большое тебе, что на линию ставишь. Только здесь Friendly Fire, я его по-любому нашпиговал. Сорян, Хендрикс. Хендрикс! Ой, ёпс. Держитесь, ясно? Министры подъехали. Та машина моя. Прикройте огнем. Давай. Ну что это такое? Этот чувак может встать обратно и пойти в бой, уже надо добивать сразу. Адам, ты чё? Выход впереди. Зарывайтесь к мосту. Маретти подхватит вас там. Точка выхода сразу после моста. Они все равно у нас на хвосте. Мы расставили заряды по всей базе, чтобы прикрыть отступление. Взорвем их, когда перейдем мост. За нами никого. Такое ощущение, будто им в тело надо просто миллион патронов пиговать, проще в бошку стрелять. Вроде машины между нами и точкой выхода. Мост прямо впереди, двигаемся. Там на мосту, подкрепление. Нам не перейти этот мост, Моретти. Есть план. Конечно, есть. Дайте мне попасть в него гранату. Бам-бам-бу-бам! Кто взрывает-то мосты, алё? Никакой авиации нет. Вас понял. Подключаемся к электросети здания. Внимание, у нас противник в связной рубке. Интересно, вроде у спринта не должно быть никакого КД здесь. Что? Это не останавливает. Может сражаться в темноте? Что-то типа того. Жду данные на ваш интерфейс. Напоминаю, у них нет ночного видения. Перестреляйте их по одному. Фига себе, они гранатом кидаются. О, Макс Фон, здорово, здорово. Как дела? Да вот, как видишь, я перешел на следующую игру в ранах бессмертей. Что теперь? У меня там вырубает электричество, как видишь. Ни хрена не видно. Волки, мне у тебя выходит стремление, каждый день ты буду рад. Ну, к сожалению, не каждый день. Вот, я надеюсь, я в эти выходные смогу запуститься. Вот, поэтому я думаю, завтра, послезавтра, скорее всего, не будет. В основном это происходит по настроению, как у меня свободное время появляется. И свободное время я, конечно, сразу состримлю. Эвакуация из спутниковой башни. Мы пришлем транспорт и заберем вас. Ты мне не ответил. Я думаю, выходные будут. Ходи выходные. Держитесь. Дополнительный путь. Может, подписаться на канал на ютубе, кстати, если что, там тоже есть, в принципе, поток. И, собственно, если там стоит оповещение, ты сможешь увидеть сразу, когда запустится трансляция. Считай, немножко заикаться начинаю. Кушать охота. Проблем 3000. Там как, Макс Фон? Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что Call of Duty работает нормально, стабильно и выдает хоть какую-то маломальски нормальный график. Конечно, не самое топовое, но выглядит довольно приятно, нормально, в принципе. Все топ, только очень скучно. Чё ты слушай, всем скучно. Кто такая? Почему все в депрессии, ребят? Блин, жесть, я ещё не обосрался.
нас чисто, можем выбираться. Те другие заключенные, их можно освободить. У нас нет задания спасать их. Задание их спасать может... У меня нет регулярного расписания сейчас, так что приходи, ну, не знаю, периодически там. В принципе, я планирую выходные, в эти выходные, в субботу, воскресенье начать. Вот, если в субботу я не выйду, то, скорее всего, это будет воскресенье. Обычно так бывает. То есть я планирую заранее, потом, если что, откладываю на следующий день. Мы вернемся и освободим заключенных. Новые роботы. Опа, глазик. Давайте быстрее пошли. Черт, ломается. И это ломается. Все, у нас нет визоров в машине. Я у руля, турель твоя. Запустил газ. Отравился, потом 4 дня сходил в школу и опять. Да ладно. Че пили-то? Ты понимаешь, как бы сразу тут других вопросов быть не может. Обожаю такие сцены в Battlefield и в Call of Duty. Просто стоишь и настреливаешь. Левый клик. О-о-о, война. На. Здесь, походу, нацелится, да? Стреляй по СВБП! Да легко. Вон, один снаряд и все. Да легко. Охеренный выстрел, действительно. Типичная сцена к Call of Duty. СВВП на подходе! Смени цели! Офигеть, не с первого раза был. Твою мать! Гребаная корыта заглохла! Держимся! Мне кажется, я сюда бы стрелять будет, дамаг засчитываться. Не поверишь, даже шарверму не ел. В смысле? А что ты имеешь против шавермы, скажи-ка мне? Шаверма топ. Это тренд. Не ел, я же спрашиваю, я спросил сразу, пил? Кто-то значит пил. Если отравился, значит всегда виноват. О, ярышник. Бум, бэм, бум. Бэм, бум. Бэм. СВВП, да кто? Вы о чем вообще? Класс. Вот, я тоже это могу взорвать. И классный снаряд. Мы такое в 2017 году не сделали. Каждый снаряд может сломать любой самолет, любой БТР, вышку, что угодно. При этом не нужно целиться. По-моему, это имба. Мне кажется, любую войну с таким снарядом можно выиграть. Мне просто обычно все и винят. Ну слушай, когда это было-то? Раньше, когда шаурма была очень... Такое на каждом шагу, то да-да. А сейчас ты чё? Сейчас шаурма топчика. Да шаурма даже в ресторане стыдно взять. Я обычно так и делаю. Ёптать. Давай к тебе второй гринг. А ему хоть бы что. Так, главное не умирать. В таких сценах, конечно, смерть, это вообще жесть. Дрон на позиции, готов вас подхватить. Чисто! Быстро сюда, давай! Давай, быстро! Быстро сюда! Живо! Ну, это за смерть мы не считаем. Катсценки, катсценочки! Вот я когда видел на стриме сцену, она довольно жестоко мне показалась. Там жесть какая-то. Вот он, кстати, побахал ему все внутренности, по идее, с такими ударами, типа удары робота должны ему разнести
Мудрости к чертям собачьим. Но, по идее, импланты вставляют только... Руки имплантируют и ноги имплантируют. Странно. Ну, да ладно. Отлично колодить. Ну-ка. Даже левел есть. Я буду 10 ранг сразу же. 186 убийств. Ох. Выбыл с боя. Ноль. Хотя бы статистика смерти есть. Где я? Все в порядке. Успокойся. Расслабься. Все будет в порядке. Не трогай меня, грязный пидорас. Мы их перехитрили. Добились своего. Люди всегда будут умнее машин. К сожалению, твои раны оказались весьма серьезными. Жить будешь, но до выздоровления далеко. Ты кто? Ты кто? Это я, Тейлор. Тебе пора просыпаться. Вставай. Проснись и пой, мистер Фриман. Включился. Ага. Там-то сам, как там ОНГ. Ты помнишь, что случилось? Ты мне снишься? Ну, представь, что да. Прими это как факт, если что, всегда можешь проснуться. 12 декабря. Хлеб стал прошлогодним. Мы на частном поезде, который... Самая популярная шутка в Новый год. Да, я нормально, в принципе, сидел. У родственника. Прототип для проекта нейронной сети. Еле играли Bloodborne. Его ядро это ИИ. У нас был челлендж. Кто умирает, тот один шот глотает. Подключаться к другим системам. К сожалению, я напился, он нет, потому что консоль его, и он играет Bloodborne постоянно. Во многих военных и мирных областях. Ну, или мог бы, если бы поезд дошел до места назначения. Ну, относительно спокойно, на самом деле, был Новый год у меня. 7:31 утра террористическая группировка подорвала поезд. Это отбросило нашу программу робототехники далеко назад. Вы всегда новогодний планирую, в принципе. Конечно, я хочу их справлять, там все дела. Не бывает у меня такого, как у Димона. Вот он постоянно типа иду, а это я праздник не справляю, там все дела. Мне дали лишь повод напиться, в принципе. Вот, так что все это в основном с целью напиться происходит. У меня такой тоже есть. Классика, классика. Твой ПНИ соединяет твой разум с твоим новым телом. Как насчет ПНХ? Мы связаны. Эти ПНИ, ППО, ПВО, ПМП, СВД. Лу меня. Он почти это сделал. Так, это последняя миссия, которую я вроде как... 11 декабря... Перевал производительность. Дальше этого я ничего не знаю. Войска Цюриха получают анонимное сообщение о нахождении убежища террористов. К сожалению... ЗВЦ недооценили тяжелую артиллерию этих подонков. И их поймали без штанов. Подонки! Были подонки! Сразу же носки вспоминаются. Поезд сделал бум. Помнишь Диаза? Квадратные колеса. Он поможет тебе разобраться в новых крутых штуках. Ой, это же Иван Дорн. Привет, связь, привет. Связь, комрад. Синхронизируйся. Эй, Тейлор, ты гребаный подонок. Он не слышит. Ну и я тоже не слышал такой песни ни разу от тебя. Работает на закрытой частоте. Я даже не думаю об этом. Но, чтоб ты знал, если тебе захочется назвать Тейлора подонком,
Он тебя делает похлеще, чем те роботы. Пилар подонок. Хорошо. Пойдем проверим, так ли легко сделать из тебя швейцарский сыр, как из тех несчастных. Окей, оружие к бою. Очисти этаж от этих ублюдков. Ой-ой-ой. Звучок порвал, слышали все? На стриме, я надеюсь, все нормально. Ой, елки-палки, это же полуавтоматическое. Это там. А не полуавтоматическое, а чердями стрелять. Блин, не люблю чердями стрелять. Ну ладно. Прикрываю справа. Нет единого маршрута. Выше, ниже, левее, правее. В разных путей разные преимущества. Вам нас не сломить. Оттесните их. Твой ПНИ выдает важные данные, и ты можешь следить за ходом боевых действий. Переключись в тактический режим, как будто открываешь глаза впервые, да? Ой, мне гранат кончился. Sean PTG, can you sub I sub to you? Not now, please. I'm busy trying to play the game. Without this. Maybe I'll sub later if I will not forget. Господи, этот саундтрек. Хорошая музыка здесь. Мне нравится. Хорошо. Используй подвижность. К ней нужно привыкнуть. Скоро ты будешь увереннее. Попробуй, и у тебя все получится. Да не за что, спасибо, что заходил. Я был рад тебя видеть, еще раз заходи. Ну и, собственно, смотри записи, если захочешь. И гранат летит. В смысле, я же тебе бошку настрелил. Ну, спирозный отлетает. Блин, гранаты кончились, алло, где гранаты? А, вот она, спасибо большое. Не та граната, которую хотел. Я не останавливаюсь. Ты меня отвлекаешь. А, тут все красное, тут не поймешь, что здесь бочка, что взрывается, что нет. Сидишь. Шикарно. Классно. Здорово. Это хорошо, это правильно. Я на самом деле... Не факт, что я бы сегодня застримил, на самом деле. Я сейчас сидел у Гитмана.
смотрел его стримы. Потом он начал заниматься видеокартой. Я понял, что самое время. Я, потому что если я засяду у него, я просто так и останусь там. Кто там прячется? В смысле? Это не те патроны, которые я хотел. Он позволяет взаимодействовать с разными компьютерными системами, включая примерно все простые дроны. Наземные двуногие роботы. Они коварные, братан. Мне кажется, эта часть не удалась, как вам. Коллективный разум. Я покупал Advanced Warfare, по-моему. Warfare, да. Advanced Warfare. По-моему, следующая часть после Ghost. Можно легко поиметь. Вот она реально не удалась, как мне кажется. Это просто жуть какая-то. Смотри, что с другой стороны стены. Подходит как вторая кожа, правда? Где-то там есть генератор, достань его, и дверь откроется. Ну, в основном в физическом плане. Ты двигаешься так, как будто на консоли. На ПК. А, я играю на ПК. Да, приветствую. Понятно. Я играю на ПК. Мастер Рейс, все дела. Так, я сразу эту хрень сломаю. О, я не смог сломать его. Ну ладно. Давай еще одну. Я думаю, с этим попроще будет. Конечно, на самом деле, что я как бы с консоли играю, наверное, из-за того, что у меня сенса очень маленькая стоит. Мастер Рейс. Ну да, Мастер Рейс. Это общепризнанное правило в игровом мире. Все глюки, все читы на компе. Подбирай боеприпасы. Естественно. Всегда, когда видишь ящики с ними. Последнее, что тебе нужно, воевать без патронов. А что сподвигло меня пройти кампанию? Я прохожу игры, имеющиеся у меня в библиотеке Steam, без смертей. Вот, соответственно, если я умираю, я начинаю игру по новой, либо скип ее для последующего прохождения в будущем. Вот, соответственно, компания, в принципе, меня не сколько интересует в качестве как какая-то там продолжение, какое-то продолжение серии Call of Duty. Мы сами все понимаем, на Modern Warfare все закончилось. Ой, я же могу эти штуки взломать, точнее. Я обладатель компании, очень горжусь читерами. Ну, я тоже не горжусь. Просто имеется в виду в плане та платформа, на которой люди больше читерят. Она, соответственно, популярнее. Не скажешь, что, конечно, компы популярнее, это все. Понятное дело, все рафлы. Я понимаю, что проще какую-нибудь купить консольчику и заиграть с ней. А киберспособность надо платить? Ты шутишь? Ты шутишь, я за эту игру не платил. С чего это я должен платить за киберспособности? Рано при такой сенсе, конечно, крутиться. Поехали. Есть в Steam такая функция, как ты не расскажи, что случилось. Семья, семейный доступ или что-то я такое. Вот, если, например, у вашего друга есть
Что со мной аккаунт происходит? Steam и компьютер свой. Вы, собственно, логинитесь на его компьютере, авторизуетесь своего аккаунта все, и даете доступ к своим играм для аккаунта вашего друга. Да, Family Share. Такое бывает. Доктор, это очень поправит. Удобная, классная вещь. Моего дружка и много новинок. Поверь, собственно, я... Все будет хорошо. Он любезно мне предоставил свой список игр. Именно по этой причине сейчас я имею возможность играть Call of Duty. Блин, какой умный Иван Дорн. Казахский Иван Дорн. Ясно. У них был сообщник внутри, в этом единстве. Ну, сообщник — это этот парень из Assassin's Creed, с которого все вытаскивали. Которого подключали к аппаратам этим. Иваном с виртуальной реальностью. Результат? Поезда нет. У тебя это заняло 6 минут. Вот так, кстати, парень похож на одного из чувака, одного чувака из рестлинга. Не знаю, как его зовут. Итак, что дальше? А, для меня рестлинг канул в лету, году так, к 2001, наверное. Отлично. Ой, я помню это место, я на стримах смотрел. По Мейсу там рассказывал, как в Аномасу могут понравиться эти двери. Дезмонд Майлз. Точно, точно, точно. Да, стопудняк он. Террористы, подельники предупредили крота, и он был готов. Как мне это все, этот результат хуже голос не найти. И снова защитные войска Цюриха налетели жопой на забор. Результат? Поезда нет. Мы потеряли его. Он ускользнул. Помнишь специалиста Сару Холл? Она проведет... А что ты имеешь в виду результат? Я потерял немного нить мысли. Она разведчик-эксперт. О, кстати, она похожа на главную героиню фильма «Грани будущего». В Академии Тейлор все время заставлял меня читать. Я не помню Фапл. Знания стоит заработать. Довольно хорошие времена. Но на это нужно время. И именно времени часто не хватает. Ладно, салага. Теперь симуляция будет отличаться от реальных событий. Но все будет не менее реально. Окей. Используй воображение. О, нажми shift во время бега. То есть все время пол игры я играл. Если чувак, ты его голос не слышишь. Да. Ужасен. А я не обращаю внимания, в принципе. Это, не знаю, привычка. Следи за своей стрелялкой. Гражданские — это не цели. Все еще в зоне видимости. Полагаю, бежать должен? Наш пацан взламывает когти ЗВЦ. О чем это тебе говорит? Он очень испуган. Это ж не за компьютером сидеть. Может их контролировать только... Молодцом, салага! А ты умница, салага. Сукин сын продолжает двигаться. Используй рекламный щит, чтобы перепрыгнуть через поезд. На английском. В основном как бы акцент идет на русскую аудиторию, в принципе. Он уходит в стадию. Это что, гражданский? Отлично. Активируй новую киберспособность. Паралич системы. Так держать, салага. Так держать. Вот чёрт, больно-больно. Да, просто русскоязычная аудитория зачастую требует русского языка. Не очень любит английский. Я, конечно, люблю английский, уважаю, в принципе. Мне больше нравится, естественно, оригинальная озвучка. Ну, таковы наши реалии. Рунета. Вали! Вали! Интересно, интересно, анимация бега сейчас, не пока я спускался. Сейчас, салага. Не мешай, мадам, мадам. Пожалуйста, не мешайте мне. Я всегда в тебя верила. Что? Русский вообще слушать о чем было. Ну, кстати, я не нашел здесь функции subtitles.
Не нашел субтитров, кстати. Я не знаю, может, я проглядел где-то, но я искал. Не круто получилось, а? Думаю, как вариант, я включил английскую озвучку и поставил бы все на русском меню, там прочие субтитры. Это не должно случиться. Вот это было бы идеально. Думаю, он уже больше никогда не заговорит. Ему и не надо. Он хочет сладить сюжетом и т.д. Не, ну я с ней согласен. Английская озвучка намного лучше, естественно, в любом случае. Даже в случае Blizzard. Даже в случае с Blizzard, которые сами озвучивают свои игры на русский язык. В любом случае, оригинал, конечно, он более эмоциональный. Все эти данные можно извлечь, используя грубую силу. Нет, здесь субтитры, к сожалению. Либо я не нашел. Реально, я прям искал. Он умирает, что ли? И ты можешь выяснить все о планах террористов. Сдается мне, сейчас будет но. Разговоришь нет мозгов. Что эта процедура не просто очень опасна. По-моему, это этим занимается не разработчик, а издатель. По-моему, это издательством этой игры, если не ошибаюсь, занимается Activision. Это очень херово. Ты сама сказала, Activision владеет компанией Blizzard. Вот, соответственно, в принципе, у них достаточно много денег, они могли бы на самом деле что-то с этим сделать, но почему-то, не знаю. У меня есть своя точка зрения об этом, но бывает, зачастую мне на стримах сложно ее как-то по-нормальному озвучить. Тебе же ничего не известно. А сейчас? Большинством, если не ошибаюсь, если, я, если до сих пор память не изменяет, большинством... локализации консольных игр компьютерных занимает Soft Club в рамках каких-то других фирм. То есть ты не видишь, что там где-то там написано Soft Club, там все такое, но они зачастую занимаются издательством у нас. Пора двигаться дальше. И Вась, что делать, они разрешение дают. Ну да. Не, ну перевод официально от издателя, они могли просто субтитры запилить. Субтитров просто нету как функции в игре. В тех норм играх не делают русскую озвучку, но есть сабы. О, да, все довольны. Да? Яркий пример, вот GTA 5. Там хорошая довольно таки неплохая игра актеров, озвучивая, мне кажется. Учитывая то, что с них же и прототипы главных героев сливали. Весельчак, специалист Петер Моретти. Он поможет понять, каким крутым засранцем ты стал. Блин, я только что заметил, какой у него мерзкий голос, действительно. Как они смогли загрузить взрывчатку в поезд? Для ясности. После всего, с тебя стольник. У этого парня такой грубый голос, он искусно грубый. Как вот знаешь, как примерно, тем, что нам как я бы начал говорить, грубо грубить свой голос, примерно так. Или как Вилла Геймс. Возможно, ты предпочитаешь огнестрел в бою. Довольно неестественный. Твой разум. Вот самое мощное оружие. Макс Фон, учи английский, реально. Давай что-нибудь сломаем. Чаще слушай английскую речь, и ты просто привыкнешь к этому, и будет намного удобнее. Давайте-ка что-нибудь сломаем. Ломать-то я ничего не могу ломать. Поразвлекайся с новой киберспособностью возгорания. Протестируй на тех ботах. Ранее. Не так, ну, нажмите удерживать кур. Серьезно? Там большой кайф, который можно получить, не раздеваясь. Да и так его знаешь, ну вот тем более. На самом деле это довольно удобно. Знать английский и просто ну, речь как бы слушать как обычно свою. Погонщики метро знакомые довольно. Так, а что мне нужно-то? Куда? Найди взрыв. Есть 5 патронов в магазине, довольно удобно. На первый игра на английском. Даже была уже в сознательном возрасте. Бешек последний. Так, последний. Как тебе это нравится? Биошок. Последний Infinite, имеешь в виду? Infinite, да, кстати, мне очень понравилась игра. Забавная такая в плане геймдизайна. Конечно, мне никогда не нравилась механика стрельбы
ходьбы там прочего прицеливания ни в одном биошоке. Закидывай кончик, или, ребятки? О, так это враг. Чёртовы наноботы! Эти маленькие засранцы просто убойные! Это прохождение уже не приводил, понимал все. Это реально здорово. Вот я хочу дойти до такого момента, что просто будут производиться мысли на английском именно. Да, ты уже более-менее сможешь спокойно, свободно разговаривать на английском, мне кажется. А, просто я английский всегда сам учил. Не считая репетиторов до школы. В школе я, конечно, вафлил там и естественно. Тихо-тихо-тихо. Довольно примитивный английский разговорный. Ну да, это верно, но сюжет, в принципе, все такое, эмоции там довольно-таки захватывают, я бы сказал. Ну, по крайней мере, в первый раз. Держись! Я еще помню, в далеком 2013 году покупал версию на Xbox 360. Первый, второй день прошел игру. Не скажу, что сильно фанат прям GTA-шки, GTA-серии, но, в принципе, мне очень понравилось. Чем больше способностей, тем веселее. Попробуй переключаться между ними. Это не очень удобно, на самом деле, переключаться каждый раз между способностями. Хорошо сработано. Мазы слова Нигер Клайн занимает. А, ну, это адаптация такая, потому что один из главных героев, гетто чувак, который в начале игры кружится, собственно, в своем районе гетто. И без этого как бы не получилось бы атмосферы, мне кажется. Играть Dishonored есть у вашего друга или у вас? Первый Dishonored есть. Я его не прошел до конца. В этот момент меня наскучило после того, как меня выкинули в канал, по-моему, или что-то такое. Когда тебя свои выкидывают после того, как девочку на трон пытаются посадить или что-то такое. У них дымовые гранаты. Улучшенное зрение. Остался капитаном. Алде. В смысле? Подожди. Я же сейчас. Я не могу узнать, в принципе. Какой здесь. Улучшенное зрение. Можешь больше никогда не париться, что там за монстр прячется в темноте. А темно, что ли? А, сорян. Зонт мне понравился, но второй я что-то меня не очень прям тянет играть. Но первый, конечно, очень понравился, прям такой приятный. Способы продвижения и прочего. Классно. Мне очень удобно, что приходится мышкой переключаться все таки это дело. То есть ты в бою там нажимаешь, бам, двойка, у тебя минусы вылезает. Мне кажется, от этого я отличу. Ну, Русского называют игру колда. С таким пренебрежением. В русском сообществе зачастую есть жаргоны, вращения. Так проще, так просто с языка слетает и все, в принципе. То же самое Battlefield называют батлой и прочее. CS. CS же на самом деле он называется CS. CSGO. Он с CSGO. И Contra. Бэфу заслужусь приносить полностью. Но Battlefield я уважаю, просто эту серию. Моя самая любимая серия, с которой я, в принципе, начинал, скажем, путь, шутеры, сетевые. Эх, те времена, когда мы играли в пиратском Battlefield 2, друзьями на локальном сервере, это, конечно, нечто было. Ну, тут ничего не поделаешь, жаргон есть жаргон. Тенденция сокращения, в принципе, это как сравнивать британский кокни акцент и язык, в принципе, общебританский.
манеру выражения с американским. У-у-у. Так можно это много обсуждать. Так, а что у них там? Есть кто? Люди есть? Ладно. И у них нет таких никаких правил. Ничего с этим не поделаешь. Кто бы как не хотел, против толпы в принципе не пойдешь. Это логично и это нормально. Как бы этому нет смысла сопротивляться, просто нужно принять это как должное. Как тебе это нравится? Что? Ну еще бы. Как бы чалки на России у нас бы хватил гор за рух с матушку. Ой-ой-ой. Это опасно. Вот это опасно, я не очень подумал. Вот разбирайся. Да, благодарю. Похоже, здесь они дарю за респект. За мной. А чё с ним, с комплектом, блин? Хорошо, Стефаня, сейчас я вас удивлю. Я еще знаю, что есть такой акцент, как австралийский. Есть, если кто помнит, по-моему, Элис его звали во втором Left 4 Dead герой, он австралиец, вот у него акцент довольно такой прям быстрый, резкий. Лучший только что убил этот танк. Понятно? Кстати, у меня сейчас нет взлома? Куда нет? Да ладно, да. Шведский там. Ой, не шведский, как. А шведский акцент тоже забавный довольно. Свой фетиш любимый шотландский. Насчет шотландских я не помню хорошенько так. Я помню в оригинальной озвучке Саботёр играл. Если кто помнит, это такая open world GTA-шечка про Вторую мировую. Про ирландца в главной роли, который проживал во Франции как повстанец. Ой, блин, вот это, конечно. А вот это лучше просто акцент ирландский был. Как по мне, который я слышал в играх. Особенно, когда прыгаешь со здания какого-то высокого, он орёт, типа, что ему кирдык. Он уже понимает, что ему кирдык, он орёт, son of a bitch. Fuck my ass. Я только что использовал. Нормально, Team Fortress, да, Team Fortress, там акценты довольно... Ну, больше акцент замечается, разность акцентов в Overwatch. Собственно, аналогичная игра. С этой буквой R некоторые русские путают, но совсем не похоже на ирландский клад. Смесь скотча и кокни. Ну, такой степени я, конечно, не углублялся. Эх, раньше были игры, когда просто прикладом долбанул по панелечке, и она все отлетает. Дверь что открыта. Это... Всем каноном Star Wars. Компьютер вон там должен дать нам представление, как они загрузили взрывчатку на поезд. Подключись. Опа. Интересненько, интересненько. Напоминает Fallout 4. Начало. Там и задан акцент все это русский. Таким, как его представляют. Какие... Ух. Быстрее, подключись к консоли. Обезьян умеет говорить, Макс фон, ты о ком? Русский акцент очень похож на польский. Но, в принципе, если смотреть на игроков КС, меня забавляет, как разговаривает на английском Паша Бицепс. У него какой-то свой шарм есть. Видимо, в смеси как бы его мужской мускулатуры.
польского акцента. Это роботы. Звучит довольно забавно, мне нравится. Особенно, когда он с русскими разговаривает. Русский, русский. Обезьян умеет говорить. Обезьян там, по-моему, на американском разговаривает. Знаешь, что забавно? На самом деле, террористическая атака дала мощный толчок разработке проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Если бы не страх повторения такой атаки, у нас могло бы и не быть программы киберсолдат. Обезьян, да, я понял тебя. Винстон. Подожди. Сейчас 7:25. У тебя еще 5 минут. Ну, грубо говоря, скажем так, Винстон, он американец. Потому что... Ты тут не в первый раз, салага. Во-первых, можешь ли ты менять... Учитывая, что имя, которое дают обычно афроамериканцам в Америке... ...ответят тебе тем же. Тейкдаун еще одна из твоих киберспособностей. Попробуй на тех ботах. На каких ботах? Крутой тейкдаун. Как раз вовремя. Интересно, интересно. Какой же ужасный этот бум. Да. За флангом. Они лево в окна. Ну, я думаю, мы вот сейчас будем слышать. Симуляция, но все равно. Смотри, давай. Не калечь гражданских причины. Я не калечил. Извиняюсь. Очень неудобно рукопашка и присест рядом. Я часто их путаю. Интересно, интересно. Второй этаж. Безопасное место. Окей, без проблем. Противники лезут с фланга. Да, пистолет, конечно, здесь вообще ни о чем. Где такие широкие поезда делают? Блин, я не посмотрел. Это симуляция, поэтому здесь не пишет какая-то страна. Используй ударную волну, чтобы вынести группу. Ну, кстати, рельсы соседние видно. Мне кажется, их тут штуки две какие-нибудь. Твою мать, ты просто стихийное бедствие. Хе-хе-хе. Проект нейронной сети внутри вагона перед тобой. Его защищает 6 дюймов нанотрубок, но это не поможет. Интересный момент заметил, когда для тебя дамагают, весь принц убивается. Нельзя сказать. Тейкдаун! Меня тейкдаун уже как-то триггерит прям все мысли о Хоссе. Тейкдаун. Разве мясника? А я могу гранаты просто? Понятно. Режим, что ли, без смертей? Такого режима нет. Это мой личный челлендж. Не очень, не очень. Если тейкдауны такие неэффектные. Потому что нужно бежать. Вперед. Это не очень. Неудобно. Эта херня насквозь заминирована. Зайн, пушка, кстати, заметил, но очень Дум последний напоминает. Дум, конечно, я бы погонял. Челлендж на ветеране. Челлендж на ветеране. Челлендж на ветеране, он годится только для игр, которые ты будешь играть постоянно. В течение полугода, на каждый день на стриме у себя.
Да-да-да, типа игры типа Dark Souls, вот почему их проходят на No Death Run и прочее. Потому что их можно, в принципе, ходить вечно. Было вот, Call of Duty, в принципе, ну, если так подумать по-хорошему, то это не очень будет удобно, потому что каждый день играть в Call of Duty. Вся суть именно пройти игру, заролить следующую, пройти ее, заролить следующую. Вот, собственно, у меня есть под стримом в инфе первой выкладки информации и списка игр, которые я прохожу. Тебе стоило бы об этом знать. С возвращением. То есть все правила, в принципе, правила. Молодцом, что управиться? Он пошел добровольцем. В смысле? Хендрикс? Добровольцем? Я не очень понял. Кто играет? Кто заставляет играть каждый день? Я сам себя. Значительно уменьшили роль человеческой пехоты. Конечно, не каждый день. Ну просто объясняется это все тем, что Call of Duty, в принципе, не та игра, которую... которую можно проходить на Death Run, на ветеране, на максимальной сложности. Сотрудничаем с союзниками. Есть такой типаж игр, но Call of Duty, к сожалению, к ним не относится. Как давно мы этим занимаемся, Хендрикс? Плюс-минус 5 лет. Да, как-то так. Ты уже думал о том, что нам делать дальше? Нет, ты меня знаешь. Я плыву по течению. Я не до конца понял, почему Хендрикс назвали добровольцем. Он там пересаживает труп свой. Не ощущается эти 200 убийств. Сила там штук 50-60. Отлично. Метр крыльев. Где роб? Шутишь. Прошу меня впустить. Роб. Вот это в чем функционал вот этих жметок непонятно. Видим как шамаки. Он флеш. И как контрацептивы с усиками. Пушку-то я менять не буду, зачем? Слышь, Хендрикс, где, говоришь, мы? В Сингапуре. А, это не Хендрикс. Виктор Цой. Не считая тех, которые я действительно люблю. У меня есть свой личный Виктор Цой. В карантинной зоне. Едешь. Ну да. Полагаю, здесь какая-то прокачка есть. ЦРУ и их явка. Так, набор. Они батареи. Трение всех мотов, позволяющий совершить. Вот, все не стоящие ваши. Интересно, интересно. Так, хаос сенсорный. Дезинформация плюс увеличит масштаб имитируемой атаки. Как я так полагаю, у меня уже усилит мотор. Хорошая вещь. Паралич системы. А что лучше он делает? 5-5 сильно. Включите, пожалуйста. Рад, что ты помнишь. Надеюсь, ты помнишь и то, как я отношусь к ЦРУшной слежке за каждым моим чихом. Интересно прерывать. Пушки. Ладно, пушки, я думаю, выбирать не буду, в принципе, от них. Не всегда следят, Хендрикс. А что я пистолет сменил бы. Тебе об этом знать. Ты просто с возрастом становишься брюзгой. Лень.
Тогда не войдите, не вижу. Пойдем. Не будем тратить на это время. И дроид. А, я понял, только одно ядро можно использовать. Да назад. Мне надо. Один скилл. Мы завис время отключается, кроме того. Поехали. Я готов. Местная черная станция ЦРУ отключилась. Ее построили после сингапурской катастрофы, чтобы постоянно присматривать за местными операциями. Когда возвели ограждение и власти отказались от попыток эвакуации, почти всем здесь стала управлять местная криминальная группировка. 54 бессмертных. Расскажи, что тебе известно от ЦРУ. Их данные помогли восстановить всю историю. Взрыв на территории Единства убил 300 тысяч человек, а эвакуацию пришлось прекратить из-за суперштормов. И что здесь такого важного, что ЦРУ решило послать сюда нас? У бессмертных есть связи среди войск договора и союзников. Они пользуются ими для контрабанды. Естественно, ЦРУ распереживался. День ноль. Ну, раз уж это день Боже. Не первый, нулевой, можно ничего не делать. Я просто не могу описать, как это вкусно. После сухого пайка, на котором мы сидели... Вот ты мразь. Это просто божественно. Я так хочу сейчас кушать. Просто поставь себе модуль, который сделает все вкусным. Если я это сделаю... В смысле? Он батончик даже не доел, взял и выкинул его. Не почувствую. Может, не будем маяться дурью? Окей, дальше мы не полетим. Стой, там батончик остался недоеденный. Ладно. За дело. Блин, ну ладно, я потом заберу. Радоваться предписанию. Всеми необходимыми средствами. Сильный шторм. Скоро ветер будет под 70 метров в секунду. Возьми, чтоб тебя ненароком не сдуло. Кейн, мы на земле. Идем к системе 54 бессмертных. Поняла, Хендрикс. Боюсь, я должна попросить вас слегка отклониться от курса. Бессмертные уже прорвались на черную станцию. Мы сейчас готовим супер груз для транспортировки. Зачем бессмертным атаковать трущобы? Видимо, им что-то было нужно. Если секретные данные попадут в руки войск договора, то союз Уинслоу может сильно пострадать. Мы ждем подтверждения атаки дронами. Но я не до конца понял. Пошли на перехват. Лучше быть на 100% уверенными. Понял. Выдвигаемся. Интересно, странно. Мне дал добавить, я теперь его выбрать не могу. Не очень понятно. Ну, да ладненько, потом разберемся. Притормози. Это ж с моря дул. Даже ветер дует. У бессмертных налажена торговля живым товаром. Они продают людей на какие угодно цели. Поэтому они и напали на трущобы. Мне кажется, товар просрочен. Что они вешают ему на шею? Ошейник не позволяет носителю сбежать. Эй, Хендрикс. Это не наше задание. Мы ничем помочь не можем.
Ну, молодец. Спасибо тебе большое. Вот оно что. Конечно, спортался. Он говорит, взрывчатки не берут его. Я смогу его взять. А, ну да, нет, без. Не. Слушай, твоя рожа не выглядит знакомой. У меня пистолет в руках. А, все хорошо, тупить. Я же дома понимаю беду. Не так. Все. Справились. Немножко странно, что взрывчатки не берут. Обычные пули берут. Это очень глупо. Крутой сукин сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы поднимемся на возвышенность. Приготовься загнать трансформатор в землю и держаться, твою мать! Ветер поднимается! Запускай трансформатор! Угу. Я понял. Интересный геймплей. Защита очень выглядит странно, ну уже соберись. О, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Интересно, интересно. Хочешь, Максфон? Ну давай, удачи. Спасибо, что заходил. Был рад тебя видеть еще раз. Ходи в выходные, я думаю, я выходные все-таки застримлю. Если не субботу, то воскресенье по-любому. Понял, Хендрикс. Можешь с ними сделать. Очень, конечно, отвлекает.
очень отвлекает, прям вообще жесть. Я прям сижу весь на очке. Удивительно, удивительно просто. Тише, тише, тише. Интересно, какой. Сзади он идет. Чисто. Ой, тут и тактическим превосходством ничего не видно. Без него тем более. Вы это можете? Твой нейронный интерфейс. И это можете. Все передачи отслеживаются. Хорошо, взламываем. Ох, сейчас походу красота начнется. Интересненько. Не скажешь, что я что, не сказал бы, чтобы это было очень умно, конечно. Ладно, плыви, ладно. Подожди, пробел. Кейн, мы на подходе к центру связи. Я тебя понял. Лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, что разведданные отходы. Тише, 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 тише. Союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно приведет к потерям с нашей стороны. Мы должны что-то предпринять. Понял. Я там живой, Хендрикс? Хендрикс! Оу. Так, ОБС. ОБС меня слышит? Ответьте, пожалуйста. Так, я перезапускаю ОБС. А, в настоящее время поток активен. Интересненько. Я, к сожалению, сейчас в ОБС теперь вообще ничего не вижу. Так, ладно, тактический план Б. Вен, конечно, в чате есть еще. Так, ладненько.
придется, видимо, так играть. Внезапно игра вылетела. Сейчас она нормально захватится опять-таки. Так, проверку сделаю сейчас, пару секунд. Угу. Так, ну вроде меня слышно. Ладненько. Если кто еще есть, я, видимо, полагаю, сегодня еще немножко поиграем в колду, потом перейдем что-нибудь другое. Где я? Все в порядке. Успокойся. Расслабься. В смысле? Все будет в порядке. Это немного неправильно, мне кажется, нет? Своего. Люди всегда будут. Интересно, интересно. К сожалению, твои раны оказались весьма сильными. Логово противника прямо перед нами. Подключись к центральной консоли, вытащи, что сможешь. Так, начать задание. Не, ну я довольно много времени потратил на это дело. Смотри, что там, по-моему, мне кажется, это не то место, на котором я остановился. Я считаю, что это должно было сохраниться намного позже. Ладно, сейчас посмотрим. Если не зайдет, то, в принципе, оставлю на потом, на следующий стрим. Так, я понял. Они не прошли. Интересно, интересно. Так. Ну, что, я, пожалуй, переключусь в какую-нибудь другую сейчас игру. Мне придется перезапустить OBS, соответственно, перезапустить стрим. Можем, в принципе, поиграть в Battlefield. Так, полагаю. Так, какие-то проблемы именно вот с этой игрой. Не первый раз, кстати. Вне стрима такое же тоже происходило. Один раз. Так, ну, ладненько, тогда я сейчас офну стрим. Вот. И, собственно, перейдем, наверное, в батлу. Тогда буквально минут 5 где-то максимум. Хотя... ОБС восстановился. Так, ладно, хорошо. Тогда я без перезапуска стрима. Сейчас отойдем на паузу. Сейчас буквально... парочку манипуляций проведу и пойдем в Battlefield поиграем. Оставлю тогда на потом Call of Duty, потому что он, собственно, ввиду технических неполадок не работает в данный момент. Вот, так что давайте технический перерыв небольшой. We'll be right back.
Я вернулся с небольшого перерывчика. Вот, ладненько. Собственно, у нас колда не работает. Пойдемся в батлу, наверное. Пару часов в батлфилде. И до выходных. Такие вот планы у меня на жизнь. Так, буквально пару минут. Обновление Origin. Вот, собственно, запускаем игру потом. Я так полагаю, мне придется в любом случае перезапускать поток. Вот, ввиду того, что... Да. Тогда буквально 2 минуты. 1 минуту. Перезапустимся и, собственно, начнем играть. Да, вроде все нормально. Обновления Battlefield 1 нет. Так что давай сейчас перезапущу быстренько.